Анастасия Нифонтова. У нас начался новый летний сезон, а это значит, что пора подобрать новую экипировку. Я слышала, что компания Alpine Stars выпустила новую технологичную кроссовую форму SuperTech, обтяжечку такую красивую. Видела ее в каталоге, хочу ее померить сегодня сама, выбрать и потестировать на трассе. Пойдемте. Померила, мне все подошло, мне очень нравится, как они мне сидят штаны в обтяжечку. Осталось проверить их на треке, на кроссовой трассе и понять, насколько это действительно удобно в бою. Ну что, пока там нарядная Нифонтова в платье едет в Петрово Дальнее, я вам расскажу подробно, чем отличаются штаны Alpine Stars SuperTech от предыдущих версий кроссовых штанов. Во-первых, естественно, что первое бросается в глаза, это сама ткань, из которой они сделаны. Это очень тонкая и эластичная ткань, которая, на мой взгляд, должна, в принципе, хорошо и выдерживать пыль, грязь, и в том числе, я надеюсь, что она будет выдерживать и жестокие падения, трения об землю, об грунт и так далее. Но это мы сможем выяснить только со временем, пока она... Ну, выглядит очень тоненькой. Я надеюсь, что все-таки она будет достаточно износостойкой. Но производитель все-таки сделал и детали из более серьезной ткани. Это, конечно же, коленки. Естественно, это пятая точка, попа. Это все сделано из такой суровой, уже не тянучей ткани. Прошито в правильных местах все аж четырьмя строчками, чтобы вот это все не разлетелось. Можно, вот видите, я прям... тяну, ничего этому не будет, все очень прочно сделано. Следующее, что мне очень понравилось на этих штанах, это такая вот застежка железная, которая зафиксирует ваш пояс максимально четко, потому что если на такой тянучей ткани не делать застежку, то, понятное дело, эти штаны начнут тянуться, и молния просто-напросто будет разъезжаться, даже несмотря на то, что в ней есть фиксатор, который не дает ей просто так опускаться вниз. Поэтому вот эта кнопочка, точнее, вот этот крючочек, он очень правильно сделан. Ну и, естественно, как и на всех других штанах, застежка на такой трещотке, чтобы вы могли регулировать натяжение штанов. По бокам липучки, которые также могут регулировать размер. Поплотнее, послабже, как вам больше нравится. Внутри обязательно силиконовая такая полосочка спереди, вот спереди и сзади, для того, чтобы джерси оставалось заправленной в штаны и не болталось во все разные стороны, когда вы едете. Мне что очень понравилось, то, что на этих штанах сделали длинную кожу на коленках, потому что на предыдущих штанах была кожа только здесь, в центре, скажем так, да, вот именно где сгиб колена, а нижняя часть уже была тканевая. У меня верхняя часть ноги от бедра до колена чуть более длинная, чем стандартные лекала, скажем так, рассчитанные на стандартные, какие-то магические стандартные ноги, поэтому вот эта нижняя часть сюда под кожей попадала как раз-таки вместо сгиба, и штаны здесь именно и стирались, а кожа оставалась выше. В этих штанах кожу продлили, сделали такой как раз-таки продолговатый, она уходит прям хорошо в сапог и является неким продолжением как раз-таки мотобота. Я считаю, что это прям очень вообще 5 с плюсом, отличная идея. И очень здорово сделано то, что здесь такая вставка из сетки под коленом. Понятно, что в этом месте штаны практически никак не подвергаются никаким серьезным, скажем так, нагрузкам, да? Поэтому здесь Alpine Stars вставили просто откровенно такую вот сеточку. Видно, да, что вот она прозрачная такая сеточка, и очень здорово ноги будут вентилироваться через эту сетку. Про джерси что можно сказать? Джерси тоже максимально легкая, очень тоненькая, рукава такие практически из сеточки сделаны, такая ткань сетчатая, все это очень
эластичные, прям вот очень-очень. То есть, в принципе, джерси, да, тянутся, но вот эта джерси, она просто нереально тянется, видите, вообще вот совсем тянется. А, то же самое и с воротником. А, кстати говоря, еще хочу обратить внимание, что край рукавов, воротника, так же, как и на штанах, они не обработаны нитками, обработаны специальной такой резиночкой. А, это значит, что не будет здесь ничего натирать. Это тоже очень классная идея. Ну и дизайн, конечно, вы видите, мне вот, например, очень нравится дизайн, то, что сделали в виде такой жилеточки, сейчас очень это модно, как будто бы вы надели такое термобелье, да, поверх надели еще такую жилеточку сверху, тоненькую, но это на самом деле все одно джерси, так вот сделано все, поэтому посмотрим, что теперь скажет Танифонтова в платьице, которая уехала в Петрово. Я считаю, что есть смысл на нее обратить внимание.